попались уже. Накопали тут уже горы. Не знаю, куда эти кучи будут выкапываться. Это наш коллектор. До него нужно будет докопаться. Не знаю, вдалека видно, там вот где экскаватор стоит, вот это вот до него 70 метров. Куда эти кучи эти все будут деваться, тоже еще не ясно. Благо все это дело сухое. Угу, вода отсюда идет, здесь тоже, значит, будет глушиться. Ага, вот она еще. Тоже все какой-то строй, мусор неясный, днище, говнище, тоже работа непочатый край. Будем смотреть. Ребята, у нас от электрики подсоединяют насос. Здесь, конечно, ужасно зловонные.
свой день, какой раз. У меня что-то случилось с камерой, качество ужасно дерьмовое. Ребята сейчас будут пробовать ставить за салат. Зачем здесь раскапываемся? Здесь что там? Здесь тоже эту хуйню хотят взять. Так эту хуйню здесь тоже надо глушить. Это та большая, которая посередине колодец уходит. Понимаете? Ну, вон колодец здесь весь. Вон, а этот посередине, который менять надо, это, бля, полторашка, ёпка. Её еще
еще за ним принимать. Представляешь, что за хуйня, ёпта. Там уже пиздец. А если, не дай Боже, это все прорвет? Я не знаю. Вот представь, кто-то вдвоем будет работать, прорвет, если так. Да все. Все, да. Если даже ты не задохнешься, тебя просто унесет там. Если там здесь на пару минут так вот кто-то выйдет, все там не сами работают. Правильно. Нет, там еще можно шире, да? Да. Ну, непонятно, какой форм надо. Там еще надо взять. Он сейчас тоже сюда стягивает. Смотри, как удобно стоят. Да,
Ну все, вот это полметра, бля, вот так бери, и все, дальше точно не бери. Там что-то потянуло. Да, тихо, это я где-то. Там не должно ни хуя быть там шаг. Тут тоже еще какой-то тихий, непонятный. Давай я часть вот эту выгребу. Хорошо, туда. Давай, туда. Только смотри, чтоб не вони там ковшом. Дорогое удовольствие. Не, просто потом взять немного. Вот так разваливай. Я помогаю рижскому сейму, блядь, бабки списывать. Там, Андрюх, Рома звонил, но у меня телефон не поднял. Да, я... да, только что. Займашу, Жемашу. Так, Займашу, бля, или что там, бля, зовут? Рома. Ну, около Серега. Где Серега, Валдис там был, бля. Ну, там, где мы были на... Собирали,
Но там, где шпуты забирают. Да, ну был. Был он там, ёпта. Был. А что он уже хочет? Не знаю, просто хотел узнать. Был ли ты там? Вообще. Я не знаю. Просто Толян, вот это, блядь, он же может сюда чуть откинуть вот эти края потом. Только там петля не сломай, блядь. Вижу, но я тут уже копаться больше не буду. А? Говорю, здесь больше копаться не надо. Я думаю, все равно потом надо полметра добрать, чтобы, блядь, вот так, чтобы... Я же говорю, вот это надо... Ну, перееду уже просто. Начальник.
понятно, это будет снимать полный гигантин. Только по краю шахты не дай. Потом заберешь оттуда. Да я там сейчас подгребу. Там, в принципе, толку-то и не надо, блядь. Вот это угол ты бери, что просто перекрытие, блядь, ну песок туда потом. Все, лучше не бери, тогда. Дальше вот этого уже не бери, бля, вот оно, бля, край там и есть. Там как раз тут и проехать. Дайвер сейчас ярко приходит, он это перетезает туда. Thank you.
Сейчас, секунду, мы тут дороемся, я не знаю, пару минут, я подъеду. Поеду, металл что-то надо везти. Вот, потом цепь привезли обратно, по-моему, в пусть пойдет. Все, Янчик там уже докопает, да? Докопает. Ну, 4, да, блядь, теперь возьмем.
Одна, еще две будет у меня.